Рыба-кит. Папа рисует. Crazy Tank. Привет, друзья. И вот пришло время сделать новые танчики. Crazy Tank — это такие рисовалки, когда я рисую и просто фантазирую. Сегодня необычный выпуск, потому что я хочу рисовать для вас скетч, чтобы вы посмотрели, и вполне возможно вас это зацепит, вы захотите что-нибудь нарисовать про танчики и про все такое, и сейчас это модно, и в общем смотрите, догадайтесь, что я рисую. Я рисую танки, обычно у нас такое правило, я рисую плохих, врагов своих, враги это с кружочками, свои это со звездочками, но сегодня у меня фестиваль танков. Я не знаю, бывают ли на свете фестивали танков, но я решил провести фестиваль танков, потому что прошло 14 февраля, вроде это весело, интересно, и не всегда танки должны воевать, вообще сейчас танки, наверное, лучше, чтобы они вообще никогда не воевали, а мы просто их рисовали, веселились и играли в игры компьютерные, и вообще в танчики играли. В общем, продолжаю рисовать танчики, смотрите. Все мои танчики очень необычные, ни одного повторяющегося танчика я не рисую, я рисую все-все разные, смотрите, вот две... 4 башни у каждого бывает. Бывает по 4 дула, к примеру, пушки, разные колеса. И причем у меня есть и враги, и свои. Они все в перемешку. Они в танцы, в фестивале. Все приехали на фестиваль танков и выступают. У кого-то большая пушка. У кого-то очень маленькая пушка. Вот, много-много колес, у кого-то большие, у кого-то маленькие. Здесь есть кого-то... О, а тут две башни сразу на одном танке такие. Брат-близнец двухголовый. А тут трехголовый. Как вы думаете, будет? Будет. Сейчас что-то будет очень здоровское. Смотрите. Три башни. Нет, даже 4 башни у одного танка. И 3 колесные базы. Это здорово. В общем, я вот так рисую, собственно, всегда, каждый раз, и давно, и много лет назад я так рисовал. Сейчас я пытаюсь как можно разнообразнее все танчики нарисовать. Вот, смотрите, я хочу и большие нарисовать, не забыть, и про маленькие не забыть. Большой я уже нарисовал, маленьких я сейчас подбавлю, и квадратных, и треугольных, и кружочков. И все, что я умею, у меня такая фантазия, что, может быть, она не очень хорошая, но, в смысле... Ну, я как-то думаю, что, может быть, у вас будет лучше. К примеру, у меня скудная фантазия, я рисую только танчики, а вы можете еще самолетики рисовать. Ну, это отдельно, тогда Crazy Plan будет, наверное. А тут, вот смотрите, следующий танк, у меня танк будущего. У него все-все треугольное и квадратное, но это, конечно, наш. А у противников тоже есть танки. Вот тут и кружочками, и со многими дулами, много... В общем, а тут тачанка, машинка, тут еще меньше, такие маленькие тачанки. Ну что, смотрите, я все нарисовал, и теперь у меня бой. Но бой у меня настоящий. Какой? Crazy Tank. И бой у меня будет тоже праздничный, фестивальный. Я не буду рисовать всякие войны, взрывы, выстрелы. Мои танки будут пускать мыльные пузыри в виде кружочков. Кружочков. Я везде рисую кружочки, кое-где треугольные из треугольного танка. Маленькие кружочки из маленьких танков, большие кружочки из больших танков. Ну, треугольнички. Вот два сердечка. Одно пока что, но я еще что-нибудь нарисую. Чем больше шаров, мыльных пузырей, это здорово. Фестиваль танков с мыльными пузырями. Мне кажется, тогда и сразу миру мир наступит, и танки станут не нужны. Опять-таки, только нужны для видеоигр. Вот такое взрывы, бабах. Но все это весело, радостно и без особенных боев. Как бы бэтл есть, но не очень сильный. Так что вот смотрите. Я вам предлагаю поучаствовать, нарисовать свой фестиваль танков, придумать невероятные танки и радоваться. До новых встреч! Crazy Tank. Рыба-кит, большой канал для самых маленьких. Подписывайтесь, ждите новых танков, а пока смотрите другие ролики на нашем канале. Их довольно много.